Всем привет! Hello everyone! За окном птички, хотя февраль, 15 февраля, но ничего страшного. Приятного аппетита всем, кто собирается кушать и так далее. Спасибо мне тоже. Продолжаем игру Timberwood Park, в которой мы расследуем убийство. Ищем виновных. Ищем брата Чака, Чака-брата и так далее. Не убегай со мной. Добро пожаловать в Эдмонд Хотел. Самый красивый отель Люсинга в округе. Ты вы. Чем я могу быть полезен, Люсинник? Итак. Попробуем, давайте-ка мы себя передвинуть все-таки снизу, чтобы вы тоже могли читать диалоги. Да? Да. Вот так, наверное, нормально, да, ведь? Нет, не нормально. Я, конечно, пошутила, но немножечко пошутила. Ага. Хотя таких видео у меня много в начале, где-то, где мастер записи, мастер монтажа, вот эти вот. Например, в игре Don't Talk to Strangers, не разговаривай с незнакомцами. Там, да, много классных моментов, как я записывал первое видео игр и как это все было на экране отображено, очень забавно. Можете глянуть, в описании под видео есть ссылки на эти прохождения, на эти игры. Это самые-самые древние игры, нужно смотреть, самые первые. Также в Knock-Knock тоже есть. Так, привет, Шрик, почему вы подрабатываете управляющим отелем по вечерам? Да, он везде сущий, потому что здесь никого нету. Никого нету в этом городке. Все куда делись, все куда поразъехались. Вообще не понятно, что происходит. Так. Дальше спросим. Hello, sheriff. Why are you not lighting us the hotel manager? О, ясенький, не шериф, я управляющий отеля. Шериф вечно твердит это свое надоедливое шик. От меня вы так усенького не услышите. Конечно. Так, что нынче происходит в отеле? Ничегосеньки, определенно, еды у нас больше не нравится. Определюсеньки. Угу. Почему-то вопрос не исчез. Значит, мы его будем задавать периодически. Снова. Вы знаете, что произошло с Франклином Эдмундом? Это брат Чака Эдмунда, который умер. Я видел, но не знаю ничегусенький, что с ним произошло. Странюсенький это все. Положение. В тот же день в отель въехал человек с большим носюсенькой, а потом исчез. И не говорите, странюшенька это все. Какой номер он въехал? Сейчас посмотрюсенька. Это был некто мистер Фрэнк Заппа. Похоже на правду. Да. Он ехал в номерюсенька на шестом этаже. Я прошу вас ключ от номера для нашего расследования. Не уверен, что могу сделать это без орденюсеньки. Но там смотреть-то нечего, так что полагаю, что вам ключ унесенька дам. Спасибо, наконец-то. Чем еще я могу полезть, денюсенек? Так, хорошо, я собираюсь смотреть ваш отель. До свидания, хорошего вам чего-то. Ключ он нам дал? Так. А, не дал, или дал. Ключ-то дай. Ну, у нас есть ключ уже. Так, может, он и есть? А, 805. У меня два номера. Отлично, мы поехали. Ну и поехали. Мы едем в далекие края. Хорошие соседи. Нет, противные соседи, хорошие друзья. Хотя, может быть, и наоборот. Так, поедем-ка сначала мы... 805-й. Ключ от трубца. Лучше трубца. Можно заметить, что у них одинаковая кодировка на ключе.
Ну ладно. Так, значит, 800, мы пойдем на 8. Кому кто-то стучит дверь. Какой? Это здесь. Так, применить. Карта. О, мишка. Синий мишка. Но Фрэнк Заппа, то есть когда мы надевали нос в прошлой серии, заезжал на 6 этаже. А мы сейчас на 8, но здесь медведь. Подушка мишка. На бирке написано подушка мишка. Интересно, как он очутился? Вот именно. Мне тоже. Надо его взять. Так. Вот этот трон. Чак протянул свои руки в каждую щель этого города, даже из могилы. Так, паспорт Чака. Это паспорт? Так, это комната трупа в этой. Немецкий паспорт на имя Бориса Шульца. Что это значит? Что труп, в общем-то, не... Возможно, это немецкий инвестор. На игрушке, которую принес Чак. Ой, не Чак, брат Чак Эдмунд. Вот он взял себе один прототип, так сказать, один экземпляр, оставил паспорт в номере и ушел в реку умирать. Вполне логично. Телевизор смотреть не будем. Здесь нам все понятно. Телефон, адресная книга, зеркало. Зачем нам туалет дают? Не ясно. Кто на свете из всех милее? Ну, понятное дело. Знак. Сейчас ситуация не подавать в суд на Чака Эдмунда. Ясно. И мы идем на 6 этаж. На 6. В лифте такая же заставка, как G+E, любовь. Как заставки на сохранение, на менюшку игры. Что это ж? Так, 68, да? 7. Что у нас здесь? Жвачка. А фотография пропала. Мы налепили в прошлой серии, напоминаю, что не видел. Посмотри обязательно. Налепили фотографию на жвачку, как будто... Похоже, эта жвачка единственное доказательство того, что Франклин был в этом номере. Логика, конечно, железная, что, учитывая то, что это жвачка от пацана, который в вестибюле отеля на первом этаже своим бумбоксом нам ее отдал, обменял, или мы ее нашли, или мы нашли жвачку. Короче, я не помню. Вроде он ее нам отдал, и мы на нее приклеили фотографию номера, чтобы здесь проводить какие-то девишки с местами. Чтобы Чак не узнал. Нужно обязательно посмотреть предыдущую серию, чтобы было понятно суть вот этой моей краткой пересказа. Хорошо, давай возьмем жвачку. Я не буду это трогать.
Давайте все включим. Так, раз... О, у нее очки как будто появились, когда она за камерой стоит. Да ладно. Так. Давай включим. Это как крышка туалета, только всего прекраснее всего и навсегда этого того. Да, туалетная бумага так же, как туалетный салфет. Он, она говорит то же самое, что говорил Эдмунд. Позвонить можно, но мы не везде еще побыли, поэтому... Кстати, кровать, следует кровать. Похоже, отель Трон думает, что кровать заправлена. Так, давай толкать будем кровать. Я не могу это толкнуть. Не могу это применить, кровать. Давай. Если я пойду спать, я никогда не сделаю. Никогда не закончу свои дела. Давай применим отель Трон. Камера видеонаблюдения. Не могу ее ни включить, ни подвинуть. Хорошо. Ничего как бы страшного. Давай я буду толкать картину. Не могу толкать. Ну, тогда мы уходим отсюда. Идем обследовать. У нас еще много локаций. На фабрику. Чешая станции не подать в суд. Пойдем в суд. Ой, в суд говорю. Пойдем мы. Что случилось? Что происходит? Почему они меня не видят? Я умер? Ну, полагаю, что получил по заслугам. Кстати, ты присоединился к нам. Кто ты? Меня зовут Ксавье, главный призрак, и я отвечаю за всех привидений. У нас тут все строго, и каждый должен выполнить свою работу, а то будет наказан. Что значит выполнить свою работу? Не спрашивай. Время переработать расписание и всех распределить. Клара, ты дежуришь у лифта, никого не пускай в пентхаус. Но я только что дежурила у лифта. Никаких споров. Так, Вирджил, ты теперь будешь следить за главным входом. Смотри, чтобы никто не вышел из отеля. Похоже, люди наконец-то начали понимать, что кто на самом деле тут всем заправляет. Мне кажется, это несправедливо. Это не важно. Но призрак всегда не напугает, что двух человек, которые пытаются попить с фонтанчика в вестибюле. Так, все за работу. Чего ты ждешь, Клара? То есть мы теперь за призраком будем играть. Кстати, твой брат умер. Чак мертв? Это что случилось? Я свободен где-то Чака, получается, знаю. Он бы и тут меня отчитал, если мог. Интересно, почему главный призрак такой сердитый? Мне нужно кого-то напугать? У меня есть суперсилы? Классно. Мы играем теперь за призрака. Это точно. Так, мне нужно превьюшечку сделать, поэтому one moment. Un momento, signori, signorini. Продолжаем. Превьюшечка захвачена. Вы уже знаете, какая. А я? А, ну я тоже. Я тоже уже знаю. Так, дверь закрыта, точно. Они, одна, значит, охраняет дверь. Тетенька, по-моему, да, лифт охраняет? С призраком, хорошо. А он... О, я за призрака играю, отлично. Пойдем, подлетаем. За призраком мы еще не щекотно. Но при этом, на удивление, легко. Давай ее, может, напугаем или как-то. А, может быть, мы сейчас ее увидим, ту тетку-призрак. Мы с ней поговорим, чтобы она не давала, не мешала пройти. Нет, ее здесь нету. Так, лист, попытаться поговорить с Долорес. А, со своей, в этой, да. Племянницей. Посетить, которая... Ням-ням-ням. Долорес – это племянница, то есть она же и дочь нашего умершего Чака,
Ну, то есть сына брата отца. В общем, вы поняли. Так, напугать человека у фонтанчика, сбежать за гробную жизнь. Это все прекрасно. Посетить гробницу Чака и успокоиться. То есть узнать, что он, да, помер, да, все хорошо. Хорошо. Подлететь к Рэй. Можем с ним? Не могу дотянуться. О, смотри. Приколись. Вопи, стани, брызгай, бей. Осмотри, страдай, морозь, говори, подуй. Подуй. Подуй на... Ой-ой-ой. Ну, блин, а он ее никак не это, да? Ну ладно, тут на лифт. Лифт не на этом этаже. Давай вопить на... А, просто. Она ее не слышит, его. Брызгать. Нечем. Потому что мы не у фонтана. Пей. Ну, осмотри. Страдай. Мои игрушки никогда не сделают. Морозь. Морозь. А он ее никак не... Говори. С Рэй. Бу! Не слышит. Подуй. Нет. Так она не работает. Вопи. Класс. Бить током лист. О! Колись. Ага,шеньки. Хорошошечки. Мне нужно не отвлекаться, расколебиться, тогда займусь своими делами. Так, идем. Мы здесь были, мы идем в выход. Правильно? А у нее список дел какой? А где ее сам? Вот список дел. Перчаток. А где ее список дел? А, он у нее у этого. А тут нет других. У мужика ее... А, вот он список дел. Так, найди орудие убийства. Проверить орудие участка ПАП. Получить отчет лица трона. Взять мазок крови. Получить отчет. Загрузить все три отчета. Найди грибы. В принципе, половину дел-то мы сделали. Нам нужно с трубцом вот это все решать. Хорошо. Ну, как бы не очень. У нас есть мишка. Паспорт. Да, а фотографии там есть? Давай поговорим с управляющим. Ой, пацан, да. Я с таким позорником, как ты, не общаюсь. Точно, он же не общается с лузерами. Но мы не лузеры, мы агенты. Ага, хорошо, давай мишку ему дадим. Он-то помню, у него есть одна мишка, красная. Лучше оставлю себе, вдруг придется обняться. На случай обнимашечной скорой помощи. Хорошо, давай тогда будем пугать. Нам нужно... А он так не перемещается, да? Хорошо. Так. Лифт. Вот, это нас все пугает. Я не хочу сейчас говорить. Ну, давай поговорим. Должен выполнять свою работу. Людей вести были пугать, а не со мной разговаривать. Мы туда и летим. Не стоит вводить к себе из чего-то. Мы туда и летим. Туда мы и направляемся. Напугать пацана, чтобы он пересрался и поговорил с тетенькой. С агентом Рэй.
как будем брызгать у него водой. Держи себя в руках, это точно было не топово. Что тут, тусеньки, происходит? Пора сваливать! О, это своджман, тонюсенькая до питья. Пока не вижу ничего, сеньки серьезного, не буду вызывать водопроводчиков. Да. Так, мы напугали. Неплохо. А теперь нужно напугать кого-нибудь еще. Тогда ты выполнишь свой дневной норматив, а мне пора возвращаться. Как долго ты будешь дежурить у двери? Пока Ксавей не скажет, что на сегодня достаточно. Так, глубоко вдохнуть. Вот это он дует. Это прикольно. Лететь к фонтану. А где пацан-то? То есть он убежал, нам с ним не поговорить. Ну так себе, я хотела с ним поговорить. Давай еще. Подлетим к Рэй. Будем вопить. О, она не слышит вообще ничего. Кажется, я и то страшнее воплю, чем он. Так, теперь мы будем в питьевом фонтане морозить. Питьевой фонтан. Так. Эффект был бы лучше, используй его кто-нибудь. Ага, хорошо, давай будем пить. Пить из фонтана. Ага. Это все хорошо, но так, и он будет, значит, морозить фонтан. Есть одно объяснение всего этому, трубы тут не к черту. Я не верю в привидений, в отличие от какого-то тут агента. Извини, ты ожидал другой реакции? Хотела как раз сказать. Боже, как страшно, что двигаться не могу. Увольте. Что тут происходит? Фонтан для битья тупит. О, снова Данюсенька. Но это все еще не настолько сломано, что вызвать тогда проводюсенек. Так, она-то убежала, потому что ей все равно страшно. Сойдет. Я удивлен, что у тебя вообще получилось. Пришло время для еще одного призрачного собрания. Клара, Верджил, ну-ка все сюда. Так. Верджил похож на Вергилия. Верджил, хорошо поработал в двери. На сегодня тебя хватит. Новый призрак, так себе пугаешь. Практикуйся. Клара, продолжаешь следить за лифтом. Я хочу быть один. Это ужасно несправедливо. Почему мои мужчины уже могут отдыхать? Хватит жаловаться. Разве не помнишь, что произошло в прошлый раз? Ладно, ладно. Извини, что он такой. Мы не знаем, кто назначил. О, вот у нас 5. Интересно, чем сейчас занимается тот гость? Какой тот гость? А, подглядывает. Давай его напугаем. Я прям тут. Так, давай будем стонать. Подуть. Так, календарь. Тут все еще висит декабрь 86-го. Подуть на этого. Я прям тут. Так, ладно. А она что убежала?
Ага, давай остановим вот тут. Так, бьет он током только лифт. Подуть давай на нее, подуем. Не дует. Говорить. I'm right here. Я прямо тут. Ладно, что она у нас, блядь? То есть она как бы его не видит, но он тут есть. Ну, как бы мы-то видим, а она как бы не очень. Ага. Тут какой-то дырка. Куда делся пацан? Вот в чем вопрос. Потому что нам он нужен. Фотографии строительства отеля и прошлых его работников. Потому что нам надо допросить пацана. Вообще-то, он знал того мужика с носом, который есть Эдмонд. Фотографии строительства и отеля. Потому что он дал ему, тот пацан, который убежал сейчас, дал Эдмонду его нос искусственный. А куда делся пацан? Вижу, что вы смотрите на меня. Я не делал ничего, чего не следует. Это важнюсенько, дерюсенько, а дерюсеньки, так? Чувак. Так. Не понял. Что нажать? Почему? Так, так. Что делать? Непонятно. Что происходит? Но раз нам это дали, то показали, то значит с этим что-то можно сделать. А что? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Ясный вопрос, ясный ответ. Но здесь никаких нету отображений, знаков, никакого взаимодействия. Ладно. Угу. То есть, по идее, можно как-то взаимодействовать, да? I wonder what the guest is up to now. Вот так. I can see you looking at me. Я вижу, что смотрите. Я ничего не делаю. Так. То есть получается, нам нужно, чтобы он не заметил, что мы смотрим, или что? И дать ему. Добро пожаловать в Эдмонд Отель. Красивая трюсенька, мокрый тимый вы. Чем я могу полюзник? Что нынче происходит в отеле? Ничего сеньки. Определенно, едой у нас больше не травится. Определюсеньки. Я собираюсь смотреть ваш занятный вестибюль. До свидания, хорошего вечерусеньки. Так, он выключил компьютер, жаль. Ладно. Угу. I wonder what the guest is up to now. I can see you looking. Он сразу выключает. Он сразу выключает. Возможно, это ничего не значит. Не знаю. Возможно, и ничего не значит. Хорошо. Давайте осмотрим фонтан. С этой стороны смотрится лучше. Сейчас мы тут посмотрим. На ней лежит несколько монет. Какая трата денег? Может быть, взять?
Монетки, я имею в виду. Статуя. Словами это не описать. Давайте пойдем на фабрику, а потом еще в какое-то там место, которое... Старый цирк, отель. А вот это что? Радиостанция. Никогда. На фабрику сходим. Хорошо. Давайте сходим на фабрику. Посмотрим, что здесь и чего. Все пешком. Ни велосипеда, ни самоката, ни электрокара, ничего. Ни трамвая. Вход только для сотрудников фабрики, подушка Троникс. Закрыто по приказу надежных начальных накоплений. Опасно заброшено. То есть как будто нам не пройти. Вот она сгорела, типа. Я там походила. Это замотано цепи, на него и закрыты ворота. Так. Что добавилось? Ничего не добавилось. Нам пройти бы. Давайте нужную. Если я потяну, он не откроется. Похоже, понадобится ключ. Ладно. Пойдем сюда. Ключа у нас нет. А ключ может быть... У дочери, то есть у этой самой Долорес. Где же еще? У адвоката, может быть, ключ там, где они там зачитывают это завещание. У кого-то еще может быть ключ. Может быть, ключ утерян. Вполне. Так, немного побольше света, потому что... Солнце проходит, а то с одной стороны свет, то с другой нужно следить за освещением. Немножко иногда. Не нужно, а можно. Так, в итоге здесь фабрика закрыта, на радиостанцию можно сходить, какая-то пипка. Перевалочный пункт – это лес. Я помню. Особняк Эдмунда, там у нас второй. Агент, давайте сходим на радиостанцию, еще мы не были. Интересно. Кому? 198.7. Интересно. Давай, пойдем. Правительство промывает нам мозги с помощью секретных. Мы просто не знаем, откуда они идут. А теперь возвращаемся к нашему силовому музыкальному захвату. Интересно. Класс на радиостанции из одного человека. В принципе, действительно. Тоже, как говорится, нужен еще. Она вот топает ногой, я вижу. Плохо. Так, давайте посмотрим, что здесь. Что на...
Это музыкальный пост. Это постер, да? О, раньше постеры. Это было супер модно, и у меня лично в комнате все было завешено постерами. Музыкальных групп, киноактеров. Да, так все и было. Нам нужно, наверное... А, музыка и не кончается. Идти к микрофону. Внушительный микрофон. Давай мы его применим и скажем ей в уши: алло, мадама. Она не хочет его применять. Или он там? Он снаружи здесь или он внутри там? Нет, он там. Ладно, пойдем стучать. Закрыто и замечено изнутри. Зачем же нам такая станция? Лавовая лампа. Нелепость. Ридикулус. Диван. На вид ужасно, будто бы его чинили клеем. Или чем-то липким. Больше я знать не хочу. On the air. То есть запись идет. Кажется, радио вещает в прямом эфире. Все это прекрасно. Но нам нужно Мишина. Как? Это же что через стекло. Мишный пульт, но отсюда я не вижу кнопок. Запись. Это запись. Давай значок. Применим. Значок. Тут я значком светить не хочу. Не знаю, давай дадим значок персонажу. Она никак не реагирует. Говорить. Я не понимаю. Не показывает, что... персонаж и как-то с ним разговаривает. Он что, меня не видит или что? Телефон работает? Сигнал телефона сильно глушится. Ладно, давайте посмотрим, что вот этот может сделать. Привет. Нет, 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 нет. Мы с ним поговорим. Так, ты все еще наш главный подозреваемый. Вообще-то нет. Кажется, нет. Правда? У меня есть тебе несколько вопросов. Мы нашли новенький цветочек. Водомет на месте убийства. Нет. Значит, я не убийца. Помогите нам, если не убивал мужика под мостом. Я могу вам помогу только избежать претензий за обвинений для пополнения квоты вшивого чего-то. Бюро не работает по квотам, нам интересна только истина. Конечно. Говори, что пожелаешь, только что там. Так, что ты думаешь о Долорес? Она родня этому Чаку. Вот все, что вам нужно знать. Что думаешь о Чаке? Он пытался меня обмануть, только о себе и думал. Похоже, ты винишь в своих проблемах всех, кроме себя. Правда? Я тотчас же изменюсь. Отлично, рад, что мог помочь. Это был сарказм. Не знаешь, что за комочки пыли вокруг? Нет, не знаю. Но я не могу их не поднимать. Это точно. Так, должно быть весело жить в цирке. Да, просто очень как смешно. Только тут воняет, как бочки с дохлыми обезьянами.
Славная погодка. Я люблю болтать попсту. Хорошо поболтали. Так, какие у него дела? Те же самые. Грибы, коллекторы, все это дело. Очень много дел. Так, смотрим у него какие дела. Ага, достать ключ от ворот фабрики. Ему нужно? Пипаные дела клоуна Матьева Ренсома, да. А, ключ от ворот фабрики достать. То есть у кого-то найти потерявшую страницу, собрать кому мощную же жизнь. Если нашел записку, читаешь ее. Страница улетела, да, это точно. Собрать комочка в пыли 63, это, конечно, хорошо, но ключ он должен найти. Так, ладно, давай пойдем искать ключ в фабрике. Я тебе говорю, нам тут не рады. Леша, я тебе пушки грею, жила падай, да в ямку сдучу. А так, так пошел ты. Странно, что он ушел. Ладно. Что у него есть? Куклы, игрушки, хренушки, книга шуток. Хорошо. Ключи, а где найти ключи? Давай к ней вернемся. Адвокат не добавился. Давай, что у нее? Ты не звонил этому тупому адвокату? Ты умрешь, немного не поможешь. Я не помню номер адвоката, как бы. Я не покинула нашу семью. Я всегда была готова прийти на помощь дяде Чаку, так что теперь пришла твоя очередь поработать на благо семьи. О, убейте меня, зачем же ты все время готова прийти только за подачкой от дяди Чака? О, Долорес, я сединки не брали, когда ты прощение не завещаешь, не узнаем, что дядя оставил все мне. Думаю, поговорили. Да, мы об этом уже говорили, но номер телефона адвоката. Чаки, похож на Чак. Если хочешь поговорить, говори со мной. Хорошо. Узнаешь, что с папой практиковаться, найти ключ от ворот. У нее тоже найти ключ от ворот. Наверное, у всех добавилось. 63 комочка у всех тоже. Адвокат это хорошо, но где нам взять его номер? Чек. Это чек из городского магазина электроники. Один съемщик Ладлак полностью оплачено. И у нас есть сейф, кстати говоря, еще. Лампа. А, давай-ка ему дадим, может, пепси. Мелкому, может, он нам что-нибудь скажет. Нет. Давай тогда, что? Давай звонить. Я не знаю номер телефона адвоката. Мы, я помню, что мы пробовали звонить. Я не знала, кому. Я искала лоер, что-то там адвокат. И не нашла в адресной книге телефоны. Давай 40... 388, так что. Подсказку. Угу. Помощь друга. Сорок три шестьдесят восемь. Все я путаю. Гритин 8 битиден. Вы получили тимбельский офис Нормана Фрэнки. Я недоступен и занят что-то там. Блин, да? 46-88. 48-66. Не помню номер подсказок.
У меня немецкая. Я не знаю немецкая. Так, хорошо. Пойдем смотреть номера телефонов, подсказка Трон. Пропал. Номер. Он везде копает. Да копай, копай. Только отстань. Ой, не помню. Ой-ой. А мы везде были? Да. А у него какие дела? Сейчас я гляну, какие у него дела. Посетить. А, с Долорес. Вот, что, давай к ней полетим сейчас. Долорес, потому что... Прежде чем брать подсказочку, давай вниз, чувак. Вниз, вниз. Че он так летает, как люди ходят? Не привыкши. Я вот так во сне летаю. Только руками нанишь. Ногу подгибаешь. Почему не уйти? Только совет держит меня здесь. Это плохо. Так, где у нас все эти начальники? Мне нужно уйти. Чё и куда? Я хотела поговорить с Долорес. Потому что как бы, да. Где все? Я посмотрю, что он смотрит. Это кто и в каком номере? 10.09. Хорошо. Вот может быть так. А кто у нас здесь рядом? Так, кто же у нас рядом? Сейчас момент один. Очень длинная серия. Давайте в следующей серии продолжим. Я посмотрела 48 минут, очень много. А в следующей серии продолжим. Посмотрим, кто там в номере 10.08. Попробуем поговорить с Долорес, попробуем 10.09, со всеми поговорить, пальцетроном сходить, к трупу сходим еще раз, может быть, снимем отпечатки, снимем еще что-то, загрузим пальцетроны, посмотрим, что делать дальше, нужно как-то продвигаться, нужно все это делать. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, врагами, инопланетянами, всем, кем хотите, и ссылки. Будут в описании есть ссылки на другие прохождения, другие видео, смешные, веселые, грустные, страшные, разные, на любой вкус и цвет прохождения разных игр, одноразовых, многоразовых, многосерийных, любых, кавер-версий песен и так далее. Ну и все, пожалуй. Всем пока!